14.466, the junior all-around world champion. And there is a double twisting Yurchenko. Сборной команды. Ее почерк всегда виден. 14.066. Листунова Вики поставили. Влада Уразова уже на помосте. Шикарно просто. Here is Angelina Melnikova. This should be a double twisting Yurchenko. That is her go-to vault. Excellent. Terrific. Ангелина Мельникова. Хорошо, здорово, так уверенно на нижнюю жертву перелетела практически в стойку. Сальто это коварное для Ангелины, хорошо получается. Давай, давай. Соскок нет, нет, все отлично. Ну, это Ангелина. Но Влада тоже превосходный исполнитель в этом виде. Шикарно. Так. Ох, красота какая на нижней и сразу наверх. Отлично. Сальто Егеря, согнувшись. И кто же лучше, вот попробуйте угадать. Очень, да, немалый, немалый, вот это я хотел. Так, девочка у нас вышла уже. Лена Герасимова как быстренько уже. Угу. Обращаем на нее особое внимание. Вот так. Здорово. Забивать надо. Переворот сальто. И здесь пошаталось немножко. Ну, на десятую одну. Вот это у нее королевство. Опять хорошо. Прекрасно. Эта серия красивая, неожиданная. Держаться. Но надо реализовать все-таки свою комбинацию здесь, которую, да, она, да, так прекрасно владеет. Да-да-да-да. Она пока это делает. Не сделала, да. А там ширина 10 сантиметров, да, всего. Да. Видите, как она соединяет, что мне подкупает, она очень темповое такое производит впечатление, немедленной скорости работы на бревне. Это, конечно, приветствуется. Поворот – это требование в обязательном порядке. И обратите внимание, которая гимнастка делает этот поворот в приседе. И элементарно объясняю, все-таки центр тяжести опускается в приседе, легче себя. Ну что это такое? На это, да, понимаешь? Вот как классно здесь обыграла сейчас Влада. На третьем элементе, казалось бы, ногу надо было назад поставить, но чуть-чуть ее пошатнуло, и она раз вперед. Изящно. Как кошка, как изящно кошечка. Сделала. Именно так. Ах, да, умница. Держимся. Вот эти повороты сейчас. Ну, великолепно. Они просто друг у друга прям вышибают. Это невероятная друг из-под техника. Друга. Вот два таких же одинаковых поворота, но она ими владеет превосходно, поэтому правильно, что она ими пользуется. Мне показалось, даже с чемпионата России уже выросла Влада.
ты желаешь. Молодец. Умница. Молодец. Ура. Небольшие помарки были, конечно, но сейчас посмотрим, подождем оценочку. И Влада Уразова у нас уже на вольных упражнениях начинает. И ее традиционная музыка. Чуть-чуть не докрутила по ножкам, вот тут Светлана была. Такое чувство, кого-то раньше времени попыталась раскрыться, да, что да, ли? Да. Два с половиной винта, переход сальто. Ух, четко как, здорово прыгает. И ножки ровные держат. Самое главное в пируэтах везде. Вот этот поворот, мне нравится, как она делает, вообще просто идеально. Докручивает плавно очень, да. Чувствует их. Валентин Сан Родионенко на заднем плане, старший очень тренер, нравится, переживает. Видно. Два винта вперед с переворота. И это классическая традиционная косичка. Вот, улыбка наконец-то. И сразу весь зал подхватывает, да? Да. Это спортсмены, друзья и тренеры на трибунах тоже не могли пропустить этот чемпионат, соответственно, все на... Скорее всего, я диету думаю. Держит получше, может. Да не. Шутка, конечно, Мария, да. Фактура разная, фактура, да, бывает просто антропометрия, она, в принципе, абсолютно индивидуальна для каждого. Давайте посмотрим вольное упражнение. Мария, предоставляю слово полностью. Так, она сделана за связку 2 темпа, 3 винта. Достаточно хорошо приземление. Ворот захвата. Чуть-чуть вот свалилась, но я думаю, все-таки судьи сделают палочку. Недоворот, да, был небольшой? Ну, она рано, да, ногу сбросила, нужно прям было перед носом опустить ее. Вот немножечко бы улыбаться. Сконцентрированы, настроены, да, и, конечно, думают немножко о другом, скорее всего, во время упражнения. Вот что нравится у них, у маленьких девочек очень стабильный нижний поворот. Это вот на одной ноге, которая, да, вот нижняя, они сейчас показали. Немножко. Двойное сальто. Шпагат был. Хорошо. Вот улыбочка была, видели? Поскочила, да. Но здесь уже такая более... Простая часть комбинации. Можно, да, действительно улыбнуться. Еще одна акробатическая связка. Два угла.
Умница. Ну вот и уже и улыбка.